Мечта есть движущая сила. Мечта – предшественница цели. Мечта дорогу мне осветит. Попозже. Благодарю. Мы с тобой мечтатели, мы такие разные, просто не похожи на других. Даже сидеть не могу. Что это снимать? Блин, ну когда все прямо просто хорошие силы. Просто посмотри на единого человека. Картинка классная. Большой сладкотенье. Ты задумался? Я думаю, какой мне еще могут выбрать. Мечта-то какая? Внезапно. Мечта? Мечта? Нет, я всегда хотел побывать на матче. Ну, на волейбольном матче соперника. Кто с кем? Допустим. Последний. Казань Локомотив. Волейбол поиграть хотелось. Нет, даже просто хоть раз в жизни попробовать поиграть в волейбол там с каким-нибудь топовым игроками. Например. Я не знаю, с Егор Клюка, например. Ну, вот очень нравится, как он играет. Вот недавно смотрел матч там. Так, теперь я видел, все, поехали домой. А у вас какая мечта? А можно я свою мечту? Ну как интересно, ваша жизнь, да, мечта? Давайте не сам. Хотя бы ту, которую... Не сам, которую можно. Давайте мечта хотелка, допустим. У меня мечты как таковой нет. У меня есть определенности какие-то жизненные, к которым я стремлюсь. Или подвожу все к тому, чтобы те, кто кого это касается, они стремились. Это не занудство. Когда сами будете родителями, вы поймете. Ладно, Лёшка. Ну, это лет через 10 будет. 10 лет. Там Лиза получает дебют. Так мы уже у Лизы все услышали. У них можно. Ну давай, свою мечту прямо, которую ты до сих пор ведешь. И... Детская мечта. Быть не специалистом по социальной работе, не учителем там географии. Я хотела быть актрисой. Именно когда музыкалку стала ходить. Это получается 5 лет мне было. Я грезила этой мечтой прям до окончания музыкалки. Как? Ну, у тебя есть все, чтобы я вспомнил. Есть курс. Просто ты боишься. Конечно, я тебя вспомнил сестра. Конкурс большой. А таких, как я учусь. На конкурсов нету. Ты за них платишь, чтобы тебя учили. Ну, а потом на кастинги на те же ходить надо. А это уже тебя зависит. Тебя научили, ты дальше сама. Ну, я говорю, такие, как я. Ну, как в детстве. Ты обожили, когда я не крутил, дальше без сама.
Там они рисовали, да? Сравнили велосипед и актёрку. Ну и тоже механика одна и та же. Угу. Там хочешь, что-то учишь. Да, теперь я понимаю, почему технарь связан с гуманитарием. Ну, вот оно. Попробуй! Есть курсы. Курсы. Тебя дальше не занят? Курсы. Ты платишь за то, что тебя учат. Дальше идешь сама. Я хотела танцы как-то. I'm turning you up, I'm burning a clutch, move feet, both feet to the floor, feet to the floor. DJ running that back once more, time to party, that's all I know. Grab somebody, tell them baby, 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 let's go. Это у тебя хотелки! Нет, просто вот так чёрка, она... Нет, вот это танцы, это хотелка. А актёрка это уже какая-то мечта. Но опять же, те же самые танцы, это не хотелка, это желание. Это не говорится, что это мечта, это просто желание. Просто ну, танцы, например, танцы мне легче реализовать, потому что, ну, я в этой тарелке уже давно варюсь, а в актёрке это так... Типа, ну вот, недосягаемая мечта. Пробиться в Голливуд. Зачем типа лёгко? Что-то мы как-то... Я сейчас немножко не понимаю. Мы сейчас что-то там доснимали, дополняем. Это знаешь, просто фильм такой... Что мы сейчас делаем? Фильм «Брейкданс» один. Коротко просто. Я вот не поняла вашу мечту, какая она. Моя? Да, я вот. Хорошо, моя мечта в том, чтобы мечты моих детей, моих близких и моих родных сбылись. Хорошо, принято. У Сани поиграть или побывать на матче. Я определился. Мы шли в волейбол. Потом уже поиграть. Леша. Мустанг. Почему мустанг глянцевый? Давай, Шумахер, дрова сами по себе не распилятся. Вели культяпками.
Да. Нету. Заветная. Нету. Чтоб сердце ёкнуло. Нету. Ну есть. А стремление? Ну где-то побывать, что-то увидеть, с кем-то встретиться, руку пожать. С Володей будем. Ну это так, это просто каждый день. Первое, что пришло в голову? Тренерская карьера. Хотелось бы с самых низов увести свой клуб прямо до финала. И теперь как он делает? Лиска-лесик, вот актерское мастерство, вот там вот танцы. Лёха-жуха. Теперь он говорит о своих мечтах. Ты сиди, делай то же самое. Нет, это просто солидарность. Коротко я, да. Нет, зеркало вон там. Тень. О! Как вариант. Ну тут тень, да. Давай оператор. А я знаю одну мечту, которая подходит там всем, кто здесь есть. Даже здесь Сережа спящим. Спящий. Ну-ка. Снять свой фильм. Да не знаю, не знаю. Может, придраться сразу? Не знаю. А я согласна. Обалдеть, оператор заговорил. Чур, я продюсер. Я в массовке участвую. Кто же тут актер? Где отвечаешь? Чтобы достичь желанной цели... Одной мечты, конечно, мало. Вот здесь придет черед для действий. Мечта же для всего начала.